Сегодня традиционная масленица. Для православных людей это вот последние дни перед началом Великого Поста, когда мы стараемся повеселиться, впрок, да, заговеться, наесться блинами. Начнется Великий Пост. Тут уже будет не до веселья, уже будет и строгие службы, и строгий пост. Вот, а сегодня мы еще вот продолжаем вот так, ну, скажем, отдыхать. И вот нашим детям мы стараемся эти традиции передать, что это не просто праздник или там какое-то веселье среди многих, а это именно отдых перед серьезной работой. У нас много воспитанников, детей, и мы стараемся, чтобы наши дети не только сами себя веселили, чтобы мы их веселили, но чтобы они приняли участие в социальных акциях каких-то, добрые дела сделали, успели, да, как раз во время Масленицы. Поэтому сегодня они подготовили, вот сейчас как раз начнется основная часть, разные конкурсы, которые они сами будут проводить уже для детей из детских домов. Ну, мы вообще в первый раз с Машей на празднике, да, на таком. Ну, нам нравится. Да, положительные эмоции, дети, как бы. Они же все-таки, их улыбки уже для нас радость. Мы вели конкурс, нужно было прыгать на одной ноге и сбивать друг друга с круга. Было весело так самим доставлять удовольствие детям. Да. Смотреть, как они радуются, веселятся победам. Мой конкурс заключался в том, чтобы нужно было вытолкнуть из круга мешком своего соперника. Детей было просто очень-очень много. Они становились очередями, все шли-шли и не заканчивались. Они выполняют различные задания интересные, ну, там шуточные. Где-то на скакалке, где-то отжаться, где-то побег, где-то загадки отгадать. Получают такие импровизированные преображенки, мы называем, денежки. И на эти денежки покупают разные сладости, блины, чай горячий. Вот такая вот веселая масленица. Здесь все весело. Вон Алена, она много выиграла, пьет чай сейчас. Ну, я играла на перетягивании канатов, вообще понравилось. Ну, конечно, руки было больно. Еще танцевали тоже. Я, когда кидали мы ведерко, я кинул гигантский это, и Мишунь упала. Праздник очень хороший, но мне очень понравилась битва на мешках. Я там всегда выигрывал и заработал много жетонов. Впечатление хорошее, понравилось, потому что все радуются, все играют, все угощаются. И мы сегодня еще блинчики пекли, да? Мы напекли много блинов, да. Мне понравилось здесь что, то, что можно выигрывать, что захочешь купить. Вот больше всего мне понравилось, самое дорогое здесь было, это шоколадка была, которая стоила 15. А не, гущенка, она стоила 20. Я купил, смотрите. Мой самый подарок это вот еще что, я все купил. Мы очень рады, сейчас придем и покушаем.